Какое-то движение тут открылось. Наши ворота открыты. Это значит, приезжает Глушков Игорь. И тут на выходе машина. На улице светло. И на той стороне машина. Не знаю, только наша или нет. Только что барабаш был, уехал Игорь. Там какая Волга у него. Ну, вот тут вход в храм. Это при выходе из дома. Это наше крыльцо. Игорь был, попросил на неделю еще прицеп оставить. Он мне не мешает, я говорю, ну, просто стоит. У тебя дома-то в деревне больше места. А то у меня тут не хватает. Вот. Вот дверь вторую половинку. Это Роман Малыш приехал от печи. Так, открыл. Сегодня у нас 23 ноября 2017 года. Вот какая-то машина была, что-то привозила. Как говорят, вот движение. Это Игорь пришел, с Романом стоит, с сумочкой. Молоко предлагал, я не взял. Потому что для него это валюта, семья большая, а мы-то обойдемся. Вот видите, сижу дома тут и знаю, что там совершается. Такую мне игрушку устроили. Поговорили, прослушал. Сейчас я Харакольский. Этот Симон поет. Ходят, поют по горам, у моря. И показал православные. Косари там поют, видно. Кто-то из протестантов, сектантов. Вот. А на этом фоне православные косят барабардами в рубахах длинных с поясом. Один без пояса. И показан улик Христа, и крестятся, и заканчивают работу, крестятся. А эти ничего не надо. Даже крестное знамение совершит, обосновывает, что не надо. Бог не требует служения рук человеческих. Это надо додумать. Такое извращенное понимание Священного Писания. И вот сейчас заходят как твердое основание, название секты. Это наша церковь. Так откуда она взялась? А когда образована она? Ну, лет 10. И форму шили, как... Ну, протестантская, широкие рукава, как у батюшек. Ну, все подражательно. А ничего нету. Люди сидят, стриженные бабы, все без платков. Но бабы именно, не сестры. Совсем никакого страха у людей нету. А я церковь, церковь. Да кто тебе церковь эту делал-то? Так ни один святой не верил. Святых таинств нету. Ну, раз таинств нету, значит, ничего и нету. Не будет себе иметь жизни. Жизни-то нету. Бритые все в галстуках и все бритые до одного. Вот. Харольский, правда, тот с бородой хоть. Тоже новую образовал структуру. На берегу моря, там женщины шестеро поют, он с ними. Ты посмотри православных. Никто не бегает. На фоне песнопения показывают кадры, даже, ну, Растеряев Игорь, и то информативно. А здесь ничего нет. Один идет, мычит. Ну, и дайте денег. Проект такой вот у нас есть. Трудно дать. Зачем? Пойди работай руками-то. Кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Вот что-то доказывает Роман. Вот смотришь, какие штуки сатана выкидывает. И дробятся, и дробятся. Ну, уже есть баптисты, так к ним бы примыкали. Нет. Тут адвентисты. Ну, к ним примкните, раз уже есть. Нет. То есть однажды, кто родоначальники какой-то секты, они никаким образом не могут выйти и признать священство. Никак. Никак. Почему? От сатаны. И все, они что-то знают, там где-то видели видение, то обмирали. Но по слову-то Божие совсем не занимается. Ходит, Библию в руках никогда не видал. Не видно, чтобы молились, перекрестились. Православный этот клип «Косари на лугу». Ну, тут все как есть. И крестятся рукой. Ну, вот так.